Добрый день. Меня зовут Сердюк Виктор, я руководитель проекта одного из коммерческих банков, и сегодня хочу вам рассказать о проекте, который мы ведем в этом году. Целью данного проекта является увеличение продаж банка и эффективности контакт-центра. Наверное, не секрет, что сейчас все крупные компании, у которых есть собственные контакт-центры, пытаются всячески автоматизировать процессы обслуживания своих клиентов, внедряя чат-боты на сайтах, мессенджерах, IVR, NLU-системы, то есть системы распознавания естественной речи. Мы также двигаемся в этом направлении уже не один год, и сейчас можем закрывать в этих каналах до 40% от всего количества звонков. Но мы подумали, почему бы не выйти за рамки сервисного направления и обучить нашего бота продавать. Ведь наши продукты и услуги развиваются с каждым днем, и вместе с тем растет и клиентская база. То есть с каждым днем мы можем предложить все большему количеству клиентов наши услуги. Но вместе с тем и растут наши исходящие и входящие звонки. А обрабатывать их должны все те же операторы. Поэтому нам приходилось чем-то жертвовать, брать работу только высокоэффективных клиентов, высокоэффективные базы для обзвона. Конечно, существовали альтернативные варианты в виде SMS-рассылок, IVR-обзвонов, но они не давали нужного эффекта, то есть не давали ожидаемого роста продаж. Поэтому мы пошли сразу в двух направлениях. Во-первых, после анализа мы посмотрели, что при нашем исходящем звонке, несмотря на заинтересованность и наше быстрое реагирование, часть клиентов, это более 25%, им было неудобно с нами разговаривать, либо же у них не было того необходимого пакета документов для завершения заявки. Поэтому мы разработали для нашего бота логику, по которой он при звонке сначала устанавливал контакт с клиентом, то есть уточнял готовность разговаривать, и в случае чего мог согласовать с клиентом удобное время для повторного звонка. Ну а также просил подготовить необходимые документы для завершения заявки. То есть клиенту достаточно было указать время повторного звонка, бот эту информацию фиксировал и выполнял звонок уже в назначенное время. Во-вторых, мы разрабатываем логику, по которой бот выявляет потребность клиента, презентует продукт и в случае отказа клиента прорабатывает возражение. Таким образом, клиент не просто слушает ролик, как при IVR-обзвоне, а напрямую взаимодействует с ботом, то есть ведет с ним живой диалог. В конечном итоге бот в случае согласия клиента переключает его на уже живого оператора, который завершает продажу. Таким образом, сотрудники получают более чистый поток клиентов, состоящий только из заинтересованных, уже готовых оформить заявку клиента. В конечном итоге нам удалось существенно повысить эффективность сотрудников и увеличить продажи. Мы смогли кросить уже 30 тысяч клиентов дополнительно, а также экономить время на обработку уже заведенных заявок. Ну а также мы сейчас уже не тратим время на резервацию агентов при исходящих звонках. И это существенное время, которое они могут использовать для своих собственных продаж. Ну а больше деталей я вам расскажу в следующем видео. Спасибо.